советской фотокнигой я занимаюсь все-таки довольно-таки давно, ровно 20 лет. Сначала это было пассивное занятие, потому что я просто для себя открыл эту фотокнигу и обнаружил, что это не просто удивительная фотография, это в этих фотокнигах участвовали практически все ведущие советские фотографы предвоенного времени, но кроме того, эти книги оформляли и ведущие советские дизайнеры. Это Родченко, Степанова, Лисицкий. Книги совершенно необыкновенные и по формату большие, очень сложные по конструкции. И, в общем, мне показалось, что вот эти книги вот вызывают такой и пиетет, и уважение. Можно индивидуальную книгу взять, заказать в библиотеке и полистать. Но выставка это делает более динамично, она обобщает какие-то тенденции, выстраивает определенные темы, взаимоотношения. И на этой выставке, мне кажется, вот нам удалось показать развитие самой фотокниги. Сам термин фотокнига очень сложный, вот, многозначный. И дальше рубеж 30-х годов, 34-й год как центральный год вообще для советской фотокниги, когда вышло очень много важных изданий. Это год, когда вот страна отчитывалась за итоги первой пятилетки, когда выходили вот эти политические книги, которые и оформляли, собственно говоря, Родченко и Степанова. Ну, потом книга, фотокнига развивалась дальше, появлялись новые темы. Идея, конечно, показать книги, вот сделать определенное такое шоу. Мы привыкли, что книга – это библиотечный материал. Наша выставка – это совсем не библиотечный материал, хотя оригиналы находятся в кейсах, и можно, если их не потрогать, то представить, вот она, настоящая книга, внутри которой собраны совершенно удивительные фотографии. Временные рамки выставки – 20-й год. Первая книга вышла в 21-м году, это октябрь. Отчет за 3 года октябрьской власти. Несколько изданий 27-го года – это важный год, потому что десятилетие октября. И буклет или каталог пресса 28-го года Лисицкого. А далее идут книги 30-х годов. Но история советской фотокниги не заканчивается 30-ми годами, даже 41-м годом не заканчивается, естественно. Она имела продолжение, и к этому проекту, к этой выставке совместно с издательством «Росфото» и с выставочным залом «Росфото», музеем, выставочным залом подготовлено издание, которое называется «Фотокнига СССР». Это вся история фотокниги. И материал делается на две части. Первая – это фотокниги довоенные, вторая часть – послевоенные. Материал совершенно новый, неизвестный практически никому. Фотокниги 50-х, 80-х годов до начала перестройки. Вдруг оказалось, что сегодня это интересно рассматривать. Это важный исторический материал, это материалы эпохи, документы, это люди, это реальные судьбы и герои. В том числе есть книга, посвященная Че Геваре. Автор текста – песенник Долматовский. Вообще, нужно сказать, что советские поэты активно принимали участие в фотокниге. Да? Поэтический ракурс оказался у советской фотокниги, потому что фотокнига 30-х годов, она была такой репортажной, публицистичной, а фотокнига 60-х, 70-х, она стала такой более романтичной.